Приветствую, друзья! Посмотрите картину. Приглашаю в коллективный разум. Я некоторое время пока рисовать не буду. Я в прошлый раз говорил об этом. Причины из-за густой многослойной живописи, которой я дышу, все время у меня идет интоксикация от этих красок. И поэтому рисовать не буду, но все же приглашаю в коллективный разум. Потому что нуждаюсь в ваших советах, потому что ваши советы развивают наше образное мышление, мы все читаем эти комменты. Да, и обязательно, кто не подписан в Телеграме, тоже подпишитесь, потому что там есть возможность ставить фотографии картины, а здесь нет в Ютубе такой возможности. Зато в Ютубе есть и другие возможности, которыми я сейчас пользуюсь. Поэтому, пожалуйста, будьте подписаны и в Телеграме, и в Ютубе. И это одновременно развивает нашу школу. Итак, что здесь не хватает, что добавить, что убавить, и как бы назвать эту картину. Да, потом от освещения многое зависит. У меня же многослойная, густая, фактурная авторская живопись. Да. Но мне кажется, она очень хорошая. Но вы добавьте еще хорошести. Добавьте еще, ну как бы сказать, с такой любовью общечеловеческой, чтобы я получил комменты, которые с удовольствием прочитал. А я всегда читаю все комменты и ставлю сердечки, чтобы вы знали мое уважение. Итак, до встречи, друзья. Да, кстати, не забудьте, как важно влияет атмосферное давление на человека, температура, влияет геомагнитная обстановка, влияет дождь, ветер. Многие люди просто не отдают себе в этом отчета и удивляются, почему они плохо себя чувствуют, или плохо спят, или почему раздражаются. Оказывается, независимо от их мнения, погода-то влияет, законы природы работают на всех, независимо от нашего к ним отношения. Это не те законы, которые люди придумывают. Но они тоже стремятся к тому, чтобы они соответствовали. До встречи, друзья.